Ребят, всем привет! Меня зовут Сергей Ефремов, я IT-инженер, тестировщик, а также автор-преподаватель нашего курса KIT Silicon Valley. Это онлайн-курс, мы учим тестировщиков на Manual, на Automation, все онлайн, никуда ездить не нужно, и вы можете учиться с мужем и женой за одну цену. Сегодня я вам расскажу об очень интересной теме. Как заработать на найденных багах. То есть вы можете искать баги и зарабатывать на этом деньги. И причем вы можете не работать в компании, которая просит вас протестировать ее приложение или ее продукты. И угадайте, какая компания выплатила 50 миллионов долларов за найденные баги, а также в какой компании можно заработать 605 тысяч долларов за один найденный баг. Интересно? Давайте посмотрим. Причем это открыто для всех, но, естественно, как искать баги, как их репортить и как быть более эффективным тестировщиком, вы можете научиться у нас на курсе. Если вам интересно, переходите на наш сайт, ссылка в описании. У нас курс идет 11 недель, вы можете стать Manual или Automation тестировщиком, и вы можете учиться у нас с мужем и женой за одну цену. Теперь давайте посмотрим, какая компания предлагает выплаты 605 тысяч долларов за один найденный баг, да, и кто же выплачивает 50 миллионов долларов за найденные баги. Наверняка вы слышали об этой компании. Это компания Google. Компания выплатила за всю историю своих баг баунти программ, а это программа, которая предусматривает нахождение багов в их продуктах, более 50 миллионов долларов. Информация об этом вот здесь вот есть. Но в 2010 году вообще стартовала баг баунти программа. Вообще, что такое баг баунти? Это программа по тестированию приложений, каких-то устройств. Если вы там что-то находите, вы репортите в Google, и дальше вам компания выплачивает вознаграждение за данные баги. Было выявлено уже более 15 тысяч уязвимостей, 15 багов за это время зарепорчено. И компания, еще раз скажу, выплатила более 50 миллионов долларов за это. В 2022 году объем выплат составил 12 миллионов долларов. Причем один исследователь, это вот тест-инженер, он получил 605 тысяч долларов за один найденный баг. Сейчас Google запустила программу Bug Bounty для Android-приложения. Под эти приложения попадают многие их проекты. Выплачивают они до 30 тысяч долларов в этих Android-приложениях. Какие приложения? Ну, те приложения, которые разработаны самой Google, а также ее дочерними подразделениями. Red Hat Labs, например, Google Samples, Fitbit, знаете, да, вот эти умные часы. Или Nest Labs, это умные звонки и прочие продукты, связанные с умным домом. Waymo, самодвижущиеся автомобили. Waze, это карты, как Google Map, только говорят, Waze лучше. И еще многие другие. Информация об этом Google опубликовала вот на Твиттере. О ней можно почитать. А также на своем сайте. И здесь есть правила участия в программе. Здесь можно почитать, ознакомиться, да. А также самое интересное, это те выплаты, которые вы можете получать за найденные баги. Ну, вот здесь, например, 30 тысяч долларов. Здесь 25 тысяч долларов. За незначительные баги, естественно, Google платит поменьше. Но если вы таких багов находите много, ну, соответственно, и зарабатывать тоже можно побольше. И вот здесь, видите, 20 тысяч долларов. Здесь как репортовать баги, и здесь что происходит с дубликатами. То есть вот официальная информация от компании Google. Чем хороша такая программа? Вы не должны ходить на работу. Вас не требуют, там, чтобы вы 8 часов в день занимались тестингом. Это вы можете делать в свое свободное время. А также компания выплачивает за найденные баги выплаты. То есть вы можете зарабатывать неограниченное количество денег. Вы нашли там 2-3 бага, соответственно, выплатили в 2-3 раза больше денег пропорционально тому, сколько они за это установили вознаграждение за конкретный баг. Плюс еще, ребят, это хорошая возможность потестировать сами продукты компании Google, которые довольно-таки качественные, да, и считаются в них как бы бага может быть и не быть, или может быть незначительный, а вы можете найти и добавить такое, скажем так, нахождение этих багов в свое портфолио, в свой послужной список. Если вы еще не знаете, как это делается, приходите к нам на курс, мы вас будем учить и будете уметь искать вот в том числе такие баги, вот которые можно найти в приложениях компании Google. После нашего курса, ребят, когда вы уметь будете репортить баги, находить баги, вы можете устраиваться на работу, full-time работу, но помимо full-time работы вы можете еще в свое свободное время искать баги в таких вот проектах, как Google, их много на самом деле таких проектов, и зарабатывать еще дополнительные деньги. И, ребят, у нас ближайший курс стартует 26 июня 2023 года. На нашем сайте ksv.es есть форма для записи. Записывайтесь на бесплатные вводные уроки. Приходите, посмотрите. Кстати, приходить не надо. Вы можете подключаться просто из любой точки мира. Это будет прямая трансляция, это прямой эфир. Но если вы не успеете прийти или там будете заняты, то мы будем делать рассылку. Главное, оставьте заявку на нашем сайте внизу любой страницы сайта на бесплатные вводные уроки. Мы вам пришлем ссылку на подключение к бесплатным вводным урокам, к прямым эфирам. Далее записывайтесь на курс, учитесь, получайте профессию тестировщика и участвуйте вот в таких баг баунти программах, но также можете работать full-time за очень хорошую зарплату. Окей, ребят, был рад с вами поделиться такими хорошими новостями и до встречи у нас на курсе. Всем пока!